Я хочу вам сказать, как увеличить возможность покупки жилья и как мы совершаем ошибки. Итак, очень часто мы совершаем ошибки, потому что мы хотим конкретно что-то, не понимая, что конкретно что-то оно обычно не наше. Я очень советую обращать внимание более более на форму, чем на внутреннее содержание. То есть обращайте внимание, что вам нравятся подобные квартиры и подобные дома. Подобные мужчина, а не конкретно мужчина какой-либо. Подобный дом, а не конкретно этот дом. Подобная квартира, а не конкретно. Подобное расположение, а не конкретно это расположение. Дело в том, что если бы она принадлежала вам и хотелось бы к вам, то вы бы ее непременно уже получили. А так как вам нравится что-то подобное, то хотите подобное, тогда быстрее это произойдет. Очень часто люди, направляя свое внимание и свои пожелания на что-то конкретное, создают очень большие заторы и помехи в своей жизни. И в дальнейшем это является одной из ключевых причин того, что они не получают больше. Почему это нам не подходит? Моей ну, как бы рассматривая все с позиции эзотерики, можно сказать, вы не можете здесь жить, потому что Бог охраняет вас, потому что, возможно, проживая здесь, может быть какой-нибудь несчастный случай, возможно, картины жизни, изготовленные вашей судьбой предназначили для вас какую-то особую судьбу, в которой, скорее всего, появится любимый человек. И этот любимый человек, он не найдется, если вы будете жить исключительно в этой квартире. А вы хотите конкретно, я хочу вам сказать, обращайте внимание более на форму, чем на содержание. То есть говорите себе так, мне нравится не конкретно эта квартира, а такие квартиры, как эта. Мне нравится не конкретно месторасположение этой квартиры, а месторасположение подобное, как у меня место расположения вот в этой квартире таким образом не совершите ошибок надеюсь я вас не обидел нужно ли желать то в чем вы живете нет не нужно желать все будет быстрее если вот так не желать